Не с пустыми руками пришли депутаты округа в благотворительный фонд «Добрые сердца» в Голицыно. Такие встречи народных избранников с волонтерами уже можно назвать традиционными. В этот раз с ними пришли и меценаты, и однопартийцы. Кто имеет отношение к собранным грузам, тот и приходит. Из основного для поддержки это инструменты, кувалды, монтировки, все, что ребята просили. Конечно же, это комплекты личной, нательной одежды, футболки, плавки. Председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова и лидер фракции «Единая Россия» в совете Вячеслав Киреев, кроме вещей, принесли хорошую весть. Волонтеры давно просили организовать какое-то большое совместное мероприятие. Муниципальные власти их услышали и решили провести фестиваль. Все это будет проходить у нас в экологическом районе нашей реки Везенки. Вот. И мы будем проводить попутно не только конкурсы волонтеров, но и по задумке и предложению Марины Вячеславовны, там будет экологический субботник. «Добрые сердца» – одно из самых заметных волонтерских сообществ округа. Объединяет более 300 человек. Каждую неделю отправляет в зону СВО 2-3 машины гуманитарных грузов. Муниципальные власти 2 года назад помогли неравнодушным людям, нашли для них помещение. Сейчас работа здесь идет каждый день. Конечно, это приятно. Это приятно, и хочется сказать огромное спасибо, что ценят наш труд. Если все сложится по плану и погода не подведет, фестиваль, на котором волонтеры всего округа смогут познакомиться друг с другом, обменяться опытом и просто хорошо провести время, пройдет 15 августа. Тимур Гайсин, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцово».